Привет, друзья! Я Аванес, ваш гид в Гюмри, и рассказываю и показываю все самое интересное про наш с вами любимый город. И очень часто меня спрашивают, где можно интересно и со вкусом остановиться в Гюмри. В сердце старого Гюмри, Александрополя, в районе Слободка, находится потрясающий, очень милый, очень удобный, очень красивый гостевой дом, который называется Анкюн, то есть угол. И я более чем уверен, что именно эти стены встретят вас самым-самым гостеприимным образом. Гостевой дом Анкюн состоит из трех частей, и каждый из них сможет принять по 2-3 человека. Все три спальни мебелированы большими кроватями с отличными матрасами и белоснежным бельем. В спальнях обязательная мебель в виде шкафов, тумбочек, трюмо и всего прочего. Гостиная каждого из номеров тоже вам понравится, друзья мои. Тут новые диваны, новые кресла, обеденные столы, сразу на всех и телевизоры для досуга и вечернего времяпровождения. Так как это гостевой дом, а не гостиница, то номера оборудованы кухнями. Для безопасности готовка только на электричестве. Также есть стиральные машинки и, конечно же, горячая и холодная вода. Вся сантехника, друзья, новая, белоснежная. И душевые, и раковины, и туалеты вам наверняка понравятся. Тут чисто, светло и очень аккуратно. Очень удобный и милый гостевой дворик Анкюн, казалось бы, не может ничего больше украсить. Ха, как бы не так, друзья мои. Не менее удобный, не менее милый, не менее хороший дворик. Это то, что прямо вот покорило мое сердце, скажу вам честно. Здесь есть и зелень, и мангал, и свободная площадка, где дети могут порезвиться. И вдобавок ко всему этому прекрасная беседка. И не просто прекрасная беседка, но еще и большой стол. Представьте здесь себя, свою семью, свою дружескую компанию, либо коллектив, который по вечерам на этом самом мангале жарит мясо и проводит прекрасное время. Чем вам не прекрасный вечер в Гюмри, в старом городе, в гостевом доме Анкюн? Гюмри растет, Гюмри развивается. Год от года здесь появляются новые туристы, новые гости. И в старом городе, в старых купеческих особняках появляются новые виды бизнеса. И один из них – вот гостевой дом Анкюн, который вы оценили сегодня. Будете в нашем городе – смело буду рекомендовать вам это место. Все ссылки на этот прекрасный гостевой дом Анкюн я оставлю в описании. Смотрите, подписывайтесь, бронируйте. Город Гюмри ждет вас в гости. С вами был Аванес, гид в Гюмри. Пока-пока.